Ходить или не ходить к стоматологу? Конечно же, ходить. Ну, расскажи, где ты сейчас был? В стоматологии. В стоматологии? Сильно боялся? Ну, так себе, конечно, средне. Больно было? Ну, только вот этого и вот этого зуба. Угу. Ну, а в целом терпимо? Можешь порекомендовать другим деткам не бояться и ходить в стоматологию? Дети, это никогда не рано и не поздно. Ну, давай. Это ходить к стоматологу. Потому что во времена, когда не было стоматолога, люди просто не доживали. К примеру, до 30 лет. Были всякие там колдуны. Угу. Угу. Всякие зелья. Что магию сейчас вообще никто не использует. Утром и вечером нужно чистить зубы. Дети, ходите к стоматологу. Все прекрасно, ничего не больно. Даже если будет чуть-чуть больно, это не страшно. Ну а если вы привыкнете к уколам, которые вам будут делать, как для заморозки зуба, чтобы было не больно, то вы от этого только обрадуетесь. Потому что после того, как вам будут поставить уколы, к примеру, вот этот зуб верхний, вот, то потом, когда вам будут его лечить, то ничего не будет больно. Просто такое ощущение, будто там что-то крутят. Чистите зубы. Вопрос жизни и смерти. Идти или не идти к стоматологу? Вот в чем вопрос. Конечно же, ходить.